Свою первую корову Федор Сидоров приобрел 6 лет назад. Сначала хотел купить животных черно-пестрой породы, но вместе с супругой покопались в интернете и решили остановиться на эрширской породе. Сейчас у него на дворе 7 дойных коров, телочки и огромный бык-производитель. Первую вот привезли, прям очень понравилось, все это молоко, там тоже. Проблем никаких не было с реализацией. Вожу по клиентам, да, до подъезда, доставляю, звоню, выходят, забирают, все довольны, и я, и люди. Ухаживают за животными вдвоем с супругой Юлией. Дети пока к этому не готовы, но фермер надеется, еще созреют. Ведь когда он сам молодым был, ему тоже это было неинтересно. Коров-то мы тут осознанно взяли, уже решили это дело развивать. Как бы грех не воспользоваться землей, которую оставили в наследство. Опять же, какой-никакой опыт все равно есть. Корма для животных фермер сейчас полностью закупает. Только сено немного подкашивает. Но в ближайшем будущем планирует сеять кормовые травы. И, возможно, увеличивать поголовье. Если, конечно, удастся получить грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства как начинающему фермеру. На реконструкцию двора и приобретение дополнительных голов скота. Наталья Баландина, Сергей Балясников, телевидение «Левый берег», специально для программы «Время новостей».